Ребята, всем привет! Ну что, закончили мы наконец-то подготовку нашей кабины, газели, ручной сборки. На днях Женя приедет покрасит. В общем, ребят, прежде чем начать серию, хочу обратиться к вам, наши подписчики. В предыдущих сериях был комментарий, человек написал, Володя зовут, говорит, Серега, отправь какую-то сиденье бэушное от машины. Я, говорит, там сварка, что-то подделаю. Ну, я, честно говоря, не понял поначалу, потом мы с ним списались, и получилось так, что человек инвалид первой группы, он не ходит. И, в общем, я ему сидеть не на чем, то есть за компьютером, за столом не на чем сидеть, человек сидит на тубаретке. В общем, я купил вот такое кресло, вот, не новое, но оно хорошее, полностью рабочее. Мы, Валера мне помог, это, перетянул, поролончик тут врезали, вставили, чтобы помягче было. В общем, для нас это, как говорится, обычная жизненная история, а для него это очень тяжело и, ну, практически нереально там это все сделать. Живет человек в Тобольске. Поэтому, ребята, у кого есть желание помочь добрым делом, доставить его, вот это кресло, до квартиры, пишите мне личным сообщением. Там в описании под этим видео оставлю ссылку, как со мной связаться. Напишите. Давайте, как говорится, закроем уходящий год с добрыми делами. Вот, всем будет приятно, и человеку тоже. Пусть это будет не подарок ему к Новому году, а просто чисто, чтобы поднять настроение человеку. В общем, ребят, давайте поможем Володе, отправим это кресло до квартиры желательно. Потому что можно было транспортными компаниями, но как его потом там получать, ему тоже непонятно. Ну все, мы на этой ноте начинаем. Присаживайтесь поудобнее. Саня сейчас будет компрессором шуметь. Все, поехали. Вот так вот сейчас у нас все выглядит. Вот. Короче, что, Саня? Чего? Вот так это все. Двери, крылья после кислотника прошлись. Сейчас, короче, нормальным герметосом вот так вот. Сейчас сделаем все, да? Санчо. Красота будет. И покрасим, ребята, мы. Как он? Это? Акрилом. Акрилом. Краской. А потом высохнет, когда нормально. Через недельку покроем потом чем-нибудь там, или пушсалом, или мовилью нашей той. Этим денитролом. И будет вообще красота. Вот. Новенькие все под ноги. Под ноги все новенькие. Блин, песок еще сыпется немножко. Да на днище-то немножко сыпется. Но не страшно. Вот так вот. Кто-то там что-то в комментариях в прошлом ролике пишет. Непонятно что, короче. Что на кислотный грунт шпаклевку наносить нельзя. Так мы, ребята, на металл наносил, да, Саня, ты? Вышкуривал же этот кислотник. Там то, что где попало, если даже на кислотник грунт, оно все выдралось до ноля. Потом, значит, кто-то пишет, на металл шпаклевку, типа. Ну, все понятно. Хер знает. Ну, короче, да, в общем, все это вышкуривалось и на металл наносился шпаклевка. Вот. Вот так вот. Как-то так. Сейчас мы все это сделаем. И будем красить. Наверное, его не хватит, Саня. Я это вот, вот такой хороший. Что тут, блядь, 900 рублей, по-моему, аж банка стоит. Вот эта туба. Да? Ну. Давай основное сначала. Давай вот, ну, самые вот такие поганые места заделаем. Потом видно будет, может, что докупим еще. Вот это, Саня, мне кажется, надо вот заделать вот прямо, чтобы туда ничего не летело. Это сейчас, да, я не запройду, чтобы я не забыл ничего. Ну.
Короче, один тюбик на одну сторону, наверное, так. Придется еще два покупать, наверное, или один. А то и три. На то и три, да. Потому два-то что точно. Внутри надо. Тоже проходить. Внутри еще двери надо проходить. Вот эти вещи все. Вот эти, вот эти. Почему-то с завода тут не делают. Так-то по технологии должно быть. Ну, раньше не делали, сейчас, по-моему, на новых тоже нету. Или, по-моему, есть, но только вверх. Вот этот. А низа или низ наоборот верха нет. А, еще же бананы надо будет делать. Вот эти вот места. Угу. Пистолет мне дали подержать. Вытяжка херачит, надо гофру одеть, чтобы нормалды было. Даже намордники у нас появились, ребята. Вот так вот. Капотина еще стоит. Вот так. Все, я пошел от Седова. Пошел, короче, на второй слой. Ладно, давай. Ну вот, теперь вот так вот. Да, ребята, это просто чисто дно, днище таким цветом покрашено. Какая была краска, такую взял, как говорится, акриловая, главное, чтобы была. Вот. Кабина основная будет другим цветом, не таким. Карты, ребята, дверные. Смотрите, какой жир. Опа, опа, опа. Вот так вот это все выглядит. Напомню, они были серого цвета. Мы их покрасили, кто за нами следит в Инстаграм. Вот краска Монтана называется, черная. Для аэрографии. Ну, в общем, положили сюда, вот, сохнут. Ну, они высохли уже, просто, чтобы не запылились. Прямо, ух, смотрится как. Вот так вот. Все будет жирненько. Салон, как обычно, будет лютый. Ук. Да. Знаете, почему ук? Я не знаю, ультра чего-то, наверное, какой-то. Да я такие все беру всегда. Вот. Да. А те машины же тоже уже ставили. Ну, ставили, конечно. Помните. Нормально как бы. Ну, они работают и хорошо, но и что они. Подорожал только 2450. Да ну нахуй. Раньше, блядь, 1600 стоил. 1600, так они, но... по 1100 еще были, блядь. Да, да. Ну вот на один комплект. Охуеть, Андрюха сейчас врежет. На два сиденья? Не, на одно, на водительское. Одно, ну, вот сюда. Зафигарим. И все. Так, ребята, приехал я в Jazz Auto. Коробочки мои лежат. В общем, привез я Витьке вот такие вот. Это с комплекта. Карты вы уже видели, покрасили мы. Вот. Кнопки тоже сейчас пересвечивать надо будет в другой цвет. Штатные, зеленые. Напомню. Вот. Все это вот пересвечивать надо. Короче, Витя будет разбирать, делать. Это вот, как это называется, самый мой любимый процесс. Всякие вот эти вот пересветочки, оттяжка салона, лампочки мои любимые. Все, короче, вот так вот. Так что процесс идет. Потихоньку кайфуем. Да, Витя? Сейчас я пойду... Покажу, что Витя там чем занимается. Вот. Финика тут разобрали. Вот они. Кто-то их там называет рупора. Но рупора это, как Макс говорит, для глухих. Да? А, вот еще. Вот же еще у нас. Ребята, полный. Вот, вот эти лампочки здесь.
Вот. Маленькие вот такие. Это мои вот. Три лампочки вот таких. Вот сюда. Вот в этом пакетике 900 рублей. Вот эта маленькая лампочка сюда. Вот в этот. В лупу. Видите, потом тут еще модуль появится, этот контроллер вежливого света. Короче, видите, тут будет заниматься. Вот. Так что как-то так. Не хочу я, ребята, это от современной, от бизнеса, от Next ставить. Вот мне вот именно нравится вот этот. Почему? Потому что вот эта лупа, ее вечером включил. Она так для антуражу светит. Приятно в салоне едешь. Вниз так. Рупора вы тоже там ведь делали, да? Эти. Как они называются? Подиумы. Угу. Сейчас вот дверными картами занимаются. Кастом. Что тут, Витя? Не входили динамики, да? Угу. Как они называются? Подиумы. А динамики какие? Мидбасы. Мидбасы. Вот. Всегда так у него. Рабочее место. И в ухе наушник. Все. А что потом это все перетягиваться будет у тебя? Или как? Сначала красится. Красится? А это что, вы вот так вот вырезали, да, это? Да. А там дерево, да, фанера? Угу. А изнутри потом что, эпоксидкой заливать будет? Там другой подиум идет. Другой подиум еще будет? Да. Внутри? Да. Динамик будет стоять внутри. Здесь только сетка. Да, ну то есть это ниша под сетку. Да. Понятно. Вот творческий беспорядок. У нас авто. Как и у нас в гараже. То же самое. О. Вся шпаклевка на полу. Видали? Сколько вы тут этих карт переделали? Мама, не горюй. Ой, ужас. Такие вот дела. Ладно, надо... пойдем чаю попьем. Витя. Чаечку попьем. Нормально. Так, ребята, получил посылку от Газелис 52. Вот дефлекторы такие и упоры капота. Сюда на нашу машину поставим. Так. Откроем, вот они. Вот такие вот упорчики. Сейчас мы крепление посмотрим. Капот-то у нас новье, заводской, не ширпотребный. Вот. И может быть какие-то крепежки придется приварить. Потому что он под бизнес. Я не думаю, что он на эту тоже подходит. Короче, сейчас посмотрим. Если что, перед покраской сразу все подготовим. Поставим ее. Вот так вот сейчас это все пока выглядит. Вот. Как-то так. Не хватило грунта. Взял. Это просто, это просто я много расходы. Вот. Грунта, может быть, и хватило. Ну хотя нет, не хватило. И два герметика. Вот два баллона у нас ушло. Там полтора баллона еще. Пол баллона осталось. Все это мы сюда. На эти швы загерметизировали. Кстати, вот все уже подсохло. Так-то уже нормально. Все вот эти вот заполнили герметиком. Здесь тоже. Здесь. Вот. Короче, покрасили. У нас тут получается что, кислотник, потом поронаполнитель, вот этот грунт, да, немецкий. Потом герметик, а потом покраска. Потом герметик сразу сверху и покрасили акрилом. Сейчас мы хотим это все замазать, но прежде чем мазать, потом замажем. Сначала надо покрасить, все подготовить. Сейчас кабину перевернем, потом уже, мне кажется, на раме, когда будут стоять уже там
покрасим этим мовилем. Посмотрим, чем-нибудь еще сверху бахнем. Вот так вот, ребята, это все выглядит. Это грунт пока еще. Пока еще грунт. Здесь уже Саня герметоз сделал. Так вот, все вот так вот, все герметики замазал, нормально сделал, тут тоже все в герметике. Короче, вот такой вот трэш. Сейчас на данном этапе все замыто, сейчас гладенько, бананчики, двери. Это что? А это не металл же, это тот внутренний грунт серый там. Короче, купили, блин, не хватило, еще купили грунта, а он черного цвета, не посмотрел. Ну, короче, вот так здесь пришлось все задуть еще разочек и нормально. Так, ну все, что, скоро красить будем. Ребята, а у меня новость есть. Компания Arite разыгрывает 23 числа этого месяца, соответственно, несколько комплектов элементы пневмоподвески. В общем, ребята, что нужно для этого? Подписаться к ним на канал, посмотреть серию. Серию я оставлю в описании. И написать развернутый комментарий. То есть поздравления с наступающим Новым годом наших коллег, водителей вообще. И ждать 23 числа. Саня у нас уже, он там написал развернутый комментарий. Я тоже сейчас попробую. Так, 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 первый заказ. 8 минут 43 секунды до конца выдачи. Же грузчики не подойдут, нам сказали. Ну, типа, у них обед. Нет, просто... против, нет. Пойти нельзя? Нельзя, нет. Шутки в сторону. Сейчас я расскажу вам, из чего состоит наш новый комплект. Я в растерянности. И подарим комплект пневмоподвески. Все, ребят, все ссылки в описании. Переходите, смотрите серию, пишите комментарии, развернутые поздравления. И желаю всем удачи 23 числа. Диски отписка струили. Вместе с кабиной отдавали. Сейчас кислотником дунули. Сейчас грунтом сверху и покрасим вот такой краской для диска. Вот. Вот эти вот два хороших диска. Тот мятый на запаску пойдет. Еще газ, смотри, написано. Да, на всех написано. Вот. И все. Такие вот дела сейчас надо будет посмотреть, что-то с этим. Кабину спустим на пол, посмотрим, что это такое за спойлер такой. Фантастика, блин. Хлоп-хлоп. Теперь ничего. Не то что даеча. Все в герметике сейчас будет. Ровненько. Здесь эту соединительную тоже на капоте герметиком прошли. Завод даже не проходит. Но потому что там забивают туда между вот этими металлом. И короче ржавеет. Потом начинает. Так что вот. Ну, тут понятно, что как получилось, но главное, что он есть. Уж не для красоты, грубо говоря.
балды. Ладно, красота. Сейчас двери еще у нас. Ждем, пока подсохнет, да? Нет, его можно убрать в трубку. Ну да. Сейчас двери занесем, да? Можно двери заносить. Ребята, что у нас пришло? Посылка с Нижнего Новгорода. Так, смотрим. Что это? Это рампа топливная. Навьё! Навьё! Так, ребята, новая трапеция с оригинальным мотором Bosch. Кстати, я вот говорил про вот эту фишку, жгут. Нашел здесь у нас в магазине, нашел такую отдельно. Купил на запас, чтобы со старого образца этот можно было моторчик подключить. Даже гаечки есть с шайбочками. Все в комплекте. Вот, будет быстро работать. Так. Что еще? Это у нас расширительный бачок. Расширительный бачок. С крышкой. А! Забрал я отсюда, уже взял комплект подшипников на коробку КПП. Заводской, газовский. Так, это я вот что-то не помню, что это такое. Тут я заказывал что-то тяжелое. Тяжеленькое что-то. Понял, что это такое. Короче, это у нас новые оригинальные ремни. Ой-ой-ой, посыпалось. Короче, катушки, ремни новые поставим. Ребята, все новое будут ставить. Прямо на этом. Здесь вот даже эти есть штучки, вот эти заглушки. Так. Ладно, мы потом все уберем. Мотаем. Это мы потом уберем. Я уже забыл, что я заказывал. Вот эти вот полиуретановые. Тут что? О-о-о. Тут капец, что это. Так вот надо. В общем, тут, ребята, у нас... Так, это что такое? А, это тяги. Короче, все внутренности новые. Вот эти вот все механизмы. Вот. Замки. Тяги всякие. Вот эти вот. Ручки. Металлические. Ручки внутренние. В общем, все здесь. Все есть. Личинки даже дверные есть. Вот так, ребята, все это у нас пришло. Артем, спасибо тебе огромное, портал Газелистонен. Так, комплект трубочек омывателя от Next. От Next, это я вот что-то тоже не помню, что это такое. Сейчас посмотрим. Что это у нас такое? А, понял. Понял, понял. Это омывательный бачок. Омыватель уже с этим. От бизнеса. Поставим, попробуем. Не знаю, ну говорят подходит. Мы еще не пробовали, Саня. Попробуем, да? Угу. Коль уж такая пьянка пошла. В крыло газели старого образца поставим. Туда внедрим. Вот. Так, ладно. Сюда. Ой,
Что тут у нас еще? Тут у нас мама не горит. Так, поехали. Поехали, поехали. Что у нас здесь? Здесь у нас вот такая вот тема. Хоп, хоп, хоп. Руль с кнопочками. Магнитола же там будет далековато. Как на Жизели же мы делать не будем, мы здесь все круче делаем. Да, есть такое. В общем, ребята, вот руль, мультируль, 6500 денег, плюс вот эта вот планка, план-шайба, или как она называется, чтобы это все настроить, 2 рубля стоит. В общем, вкладываемся нормально. Вот, делай так делать, что? Главное, чтобы все было по кайфу. Ладно. Новый заводской газовский руль. Вот. Как на самосвале у нас на Булате. Ну, короче, бизнес. Все. Так что, вот такие вот ништяки пришли. И еще у нас в гараже в металлическом 2 поддона. 2 поддона, это уже третья посылка с нижнего. Капец просто. Так что, ребята, будем собирать. Ну все, ребята, на этом мы заканчиваем. В общем, вложений много в машину. Ну, соответственно, для этого вся и эта песня. Чтобы сел и ни о чем не задумывался. Двигатель тоже соберем практически новый. Поршневая, вкладыши, все новое. Головка практически новая. Валы придется тоже, наверное, новые покупать. В общем, ну, доживем до двигателя, потом все видно будет. Все, ребята, подписывайтесь, не забывайте на наш канал, не забывайте про описание, там все ссылки будут, проходите, смотрите. Все, всем пока, до новых встреч!